Здесь, в Казани, мы обнаружили вневременное сокровище, бессмертное богатство, которое необходимо сохранить в Казани в будущие тысячелетия. Вневременным тем, что будет существовать сквозь время, является вода. В нашем проекте особое значение придается чистой воде, и мы хотим ее сделать основным приоритетом нашего дизайна. So in here the three different Kaban Lake, we want to keep its essence. На экране вы видите представлены три озера Кабан. Мы хотим сохранить их особенность, их суть. Я получил огромное удовольствие от тех коротких презентаций, которые вы нам сегодня любезно представили. Еще раз хочу сказать, что это очень профессиональные, очень серьезно поработанные работы. Ну и чтобы вот подвести итог, самое приятное, что услышали, я думаю, это такой одной нитью объединяет все презентации, это то, что сейчас сказала Яна. Она сказала, и вот эта линия, которая огибает наше озеро. Мне так приятно слышать, что наше озеро Кабан стало для вас родным, его называете «наше», поэтому в этом конкурсе точно проигравших нет. Мы обязательно будем использовать тот опыт, те идеи, те подходы, которые вы представили на суд конкурсной комиссии. Хочу искренне всех поблагодарить. Отдельно, Наталья Львовна, я хочу поблагодарить вас за ту огромную работу, которая проделана. Большое спасибо от имени всех горожан, от имени всех членов конкурсной комиссии, от руководства города, республики. И я уверен, что мы обязательно с вами найдем места приложений ваших креативных, талантливых, профессиональных идей. А победитель конкурса, жюри-эксперты сошлись во мнении, что это российско-китайский консорциум Turinscape Map Architects. Поздравляем. Фотографии, если можно.